Друзья, всем привет! Давно мы с вами не виделись. Ой. Не знаю, пока вот начинаю этот новый влог, не знаю, сколько я буду его снимать, может быть, недолго, посмотрим, как пойдет. Я сейчас очень пропала, я дико извиняюсь, вы мне пишете комментарии, я даже на комментарии не отвечаю, бывает, что я там поставлю лайк, сердечко, да, и все, и без ответа. Просто сейчас очень много всего произошло, и много всего еще происходит, и реально, прям вот я вам честно говорю, от всей души, мне просто некогда. Вот сейчас суббота выдалась, да, я дома одна, сейчас уже надо уходить, надо забрать заказ, и, в общем-то, ну, то есть ехать на другой конец Москвы, забрать заказ, потом надо ехать на бабушкину квартиру, там приедут смотреть, ремонт надо делать, в общем, надо будет освобождать коридор, как-то разбирать старые вещи, вот, людей, которых уже нету, вот, как-то что-то выбрасывать, что-то откладывать, там, ну, в общем, смотреть и освободить пока что коридор, чтобы коридор, потому что будет меняться проводка, будут штробиться стены, будет вот эта вот вся, как это называется, сантехника, вот тоже будет меняться, там проблемы с электрикой на кухне, электрика в ванной, там, ну, в общем, полный трэш. Вот, если интересно, я, может быть, как-нибудь покажу. Ну, там очень старая квартира, в ней, наверное, никогда не делался ремонт. И этому дому уже, наверное, больше 50 лет. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Вот. И я хотела чего сказать, что почему я все-таки пропала. Дело в том, что... То есть, почему мне некогда? Мне прям реально некогда. Даже не то, что иногда некогда, иногда настолько устаешь, что даже вообще не до съемок. Даже вот просто там, ну, какую-то 30-секундную маленькую сценку снять, вот просто, ну, нет сил. Нет сил и уже желания тоже, когда ты так в таком состоянии находишься. В общем, перед Новым годом мне посчастливилось записаться на бесплатную, причем на две бесплатные лекции, даже не лекции, а курс. То есть там была не одна, а где-то от 6 до 10 лекций по психологии. Вообще изначально я записывалась на курс по психологии взаимоотношений, а потом уже просто классическая психология пошла. Вот, и я, в общем, решила добить это все дело. Были два разных курса. Были курсы, где мне нужно было ехать куда-то. Да, это всегда было в разных местах. После работы, соответственно, ты еще едешь куда-то, там сидишь 2-3 часа, у тебя лекция, ты записываешь что-то, конспектируешь, и потом едешь домой. Да, домой я приезжала там где-то в 11, в 12, иногда позже 12. Вот. Также были у меня и онлайн-лекции, да, то есть точно так же я приходила домой, там ужинала, да, что-то такое легкое, и в 8 часов у меня стартовали лекции. С 8 до 11, до 11:30 у меня идет лекция, и я ее слушаю, я ее записываю. Иногда я прям засыпала под лекцию, и я слушала ее на следующий день, уже в записи, что, в принципе, удобно, потому что можно остановить, да, записать быстренько что-то, там, мыслю какую-то, отмотать назад, повторить, в общем, это было удобно. Вот. Но вы понимаете, да, то есть лекции, которые онлайн, они каждый день были. Лекции, которые в реальном времени, это было где-то раз в неделю, нужно было выезжать куда-то в город, причем каждый раз в разные места. Вот, где-то это были институты, какие-то школы,
какие-то другие помещения, где просто арендовался зал и проходила лекция. Вот, также я посещала форумы, выставки, где проходили тоже лекции, и это было как бы все это воедино связано, это все было единым таким курсом. Вот, и буквально прям тоже накануне Нового года как-то все так резко переменилось, и я попала, ну как попала, да, я попала тоже, все это было изначально бесплатным, я попала на, сейчас скажу, на 4 или на 5. В общем, первый курс был, он сначала был бесплатным, потом нужно было за него платить, но я не стала брать платное. Это был курс по, опять же, психологии отношений между мужчиной и женщиной, отношения в семье, отношения в плане, когда вы только знакомитесь. Ну, в общем, такое все. Вот. Значит, он длился довольно-таки долго, где-то до конца января, наверное, так. Вот, потом я попала на курс, чисто случайно по знакомству я попала на курс, тоже бесплатный, 21 день изобилия, это вот знаете, как 21 день, за 21 день вырабатывается привычка к чему-либо, а здесь просто тебе каждый день присылают лекции и задания, и ты должен прочитать эту лекцию, прослушать некое звуковое сообщение, и сделать домашнее задание, и отписаться, что ты сделал домашнее задание. Вот. Это все делается каждый день. Просто, если ты один день пропустил, тебя просто исключают из команды, и все, до свидос. Вот. Потом я попала на марафон Елены Блиновской. Не знаю, знаете ли вы ее или нет, довольно-таки известный блогер в Инстаграме. И я просто вообще вот, как бы, я сначала не верила, соответственно, но сейчас я сама чувствую, что меняюсь изнутри как-то, меняется мое мышление. В общем, это тоже очень крутой марафон, и я сейчас прохожу его полностью. Вот, он сначала был бесплатный, потом платный, ну, там чисто символическая стоимость такая, ну, как бы каждый, там есть три категории, и каждый человек выбирает себе ту стоимость, которая ему больше подходит, вот. Но так или иначе, ты проходишь, если ты платишь, ты проходишь марафон полностью, но тоже, то есть там задания есть домашние, которые ты должен отсылать в ответ, да, и если ты вдруг пропускаешь домашнее задание, пропускаешь один, ну, там, дается, в общем, лекция, звуковые сообщения, и у тебя есть 3 дня на то, чтобы выполнить задание. Если ты не успеваешь, не укладываешься, присылаешь задание позже, то неважно, платил ты за марафон или нет, тебя исключают. Вот, поэтому это нужно успевать, потому что... Почему это нужно успевать? Потому что ты делаешь это для себя, ради себя, для того, чтобы перестроить свой мозг. Вот, и потом еще вот этот вот мастер-класс по флористике, который я чуть-чуть отложила, слава богу, это возможно сделать, то есть я его оплатила, он доступен мне пожизненно, но начать над ним работать, да, делать его, делать домашнее задание можно когда угодно, и слава богу, это возможно было сделать, я этим воспользовалась, потому что, ну, просто вот так вот времени нет. Вот, и был еще какой-то курс, он был буквально там 5 или 7 дней, он быстро кончился, но это было очень тяжело, я думаю, что вы представляете, когда вы приходите, ну, я не знаю, кто вот, кто работает, наверное, поймет, когда вы приходите с работы, а у вас еще что-то. Нет, я могу понять, например, ну, наверное, это похоже, когда у вас дети. У меня детей пока нету, там посмотрим, как все будет получаться в комплексе с еще и с детьми.
Вот, потому что, ну, работать над собой надо постоянно, независимо от того, есть у тебя дети или нет, но это лично мое мнение. Вот. И поскольку сейчас у меня есть такая возможность, да, и плюс еще это все происходит абсолютно бесплатно, но где-то на начальном этапе, где-то полностью бесплатно, почему бы не воспользоваться? Вот, я надеюсь, что ответила на ваш вопрос. Немножко еще подождите. Сейчас я вот, ну, бывает, что снимаю, урываю минутку. У меня бывает момент, когда я снимаю. Будет несколько видео, может быть, одно видео из моего прошлого, скажем так. Оно снималось давно, но я думала, что я его потеряла. Оно куда-то, в общем, удалилось, сгорело. Это старая история. Вот. Но, возможно, его удалось восстановить. Я, в общем, должна это проверить. Вот, в общем, возможно, что два или три видео выйдет, но пока они будут никак не связаны с влогами и с какой-то моей работой, вот, творческой. Но я чуть-чуть стараюсь, да, как бы для вас, чтобы вы меня не потеряли. Вот, прибавляются люди, мне очень приятно, что вы подписываетесь, и хочется, чтобы вы не уходили, конечно же, но я не могу вас удержать, если вам со мной неинтересно, правильно? Вот, поэтому немножко еще потерпите. У меня буквально сейчас у нас 15 февраля, буквально еще полмесяца, да, осталось, и у меня начнется отпуск, и мы уже тогда с вами оторвемся по полной. Буду нормально, у меня закончится один марафон, закончится второй марафон, закончится лекции, немножко можно будет вздохнуть. И я даже не высыпаюсь, я каждый день сижу, вот, ну, прям вот, меня клонит сон постоянно. И, ну, представляете, да, когда вы, не знаю, слушаете лекции онлайн до, там, до полуночи, а в 6:30 вам надо вставать. В общем, такие дела, чуть-чуть потерпите без меня, но будет несколько видео, пока отснятых давным-давно, но вот какие-то, может быть, новые, вот фамилия, не знаю, она уже, наверное, вышла. Вот, в общем, ну, я вернусь, вы чуть-чуть, вот, чуть-чуть потерпите. Я тоже по всем соскучилась, и мне прям хочется поснимать, тянет. У меня сейчас новое увлечение еще возродилось, точнее, не совсем новое, оно старое, но я снова им вдохновилась. Вот, в общем, все крутится вокруг вот этого творчества, и мне как-то хочется, знаете, когда есть возможности, мне хочется этими возможностями воспользоваться, потому что они дадут питание для вот того, что мне интересно. Вот, в общем, такие новости. Получилось очень длинное такое общительно-болтологическое видео. Мне уже пора собираться выезжать, забирать заказик. И чуть-чуть потерпите. И мы снова с вами будем вместе, снова будем снимать все в том же режиме, как и раньше. Может быть, даже больше, чем раньше. Потому что весна, солнышко, настроение. Вот, в общем, мысли, задумки, идеи, желания. Все. А то это я могу нескончаемо. В общем, все, по всем скучаю. Всех люблю. Спасибо, что подписываетесь. Спасибо, что пишете. Я все читаю, ставлю лайки, ставлю сердечко. Может быть, не всегда отвечаю, не всегда есть возможность, силы, но я все вот читаю. Спасибо за вашу поддержку, за ваши подписки, за комментарии, за все-все-все. Я всех люблю, и увидимся с вами уже очень-очень скоро. Чуть-чуть потерпите, и увидимся. Все, до новых встреч, пока-пока.